У залі Гомельскага обласного грамадска-культурного центра медики, керовники установ аховы здоровья, фармацевты, навукоўцы, выкладчики медицинского университета и ветераны сферы аховы здоровья. Усяго каля тысячи человек. Тут на переды дни своего профессийного свята слова віншаванню яны атрымалі от керовников в области, города и представников профсоюзного руху. В преддверии профессионального праздника, прежде всего, я хотел бы выразить слова искренней благодарности и признательности всем медицинским работникам Гомельской области. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям и надеюсь на то, что наш труд позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи населению нашего региона. Сегодня в Гомельской области працует 6 тысяч врачей. Лепшие из лепших подчас урочистого сходу за особливо уклады развитию системы аховы здоровья, удостоенных гоноровых грамот и подяк. Их отримали несколько десятков человек. При этом сярод узнагородженных были супрацовники не только наибуйнейших храмов здоровья в области, а и невеликих медицинских установ. Так, за минулый год высокий уровень профессионализма проявили медики из Ельска, Добруша, Ветки, Нароли и многих инших районных центров. Кто является лучшим, это тот человек, который сделал что-то не рядовое, не стандартное, оказал много помощи большому количеству людей, на которому приходят, просятся люди прийти к нему именно. И отзывы о его работе всегда заслуживают великолепные оценки. Дякуючи праце гэтых людзей на Гомельшчыне дасягнуты высокія паказчыкі па развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы, укараненні новых методык дыягностыкі і спецыялізаваных відаў медыцынскай дапамогі. У выніку ўсё гэта дапамагло палепшыць асноўныя паказчыкі здароўя насельніцтва. Акрамя таго, цеснае ўзаемадзеянне навукі, практыкі, санітарна-эпідэміялагічнай службы і фармацыі дазволіла Гомельскай вобласці вось ужо 3 гады запар трывала займаць лідзіруючыя пазіцыі ў нашай краіне. Ганна Кавалёва, Дмітрый Радзянка, тэлерадыёкампанія.